Вот мы на усадьбе Никиты. Старье все собираем. Там уже поленница в два ряда сложена. Вот все это долблю целый день. Вот. Ну, а наше братье там он делает наиважнейшее сооружение. На два входа. Володя и Михаил Кальмоев. Потому что гостей надо принимать. Все как положено. Так, ребята, пора обедать. Все. А не пообедаешь, ваше сооружение не нужно будет. Это точно. Ну вот так. Все, просмолили отработкой. Знаете как? Яма над ямой. А тут вы не помазали вон ту? Какую? Там кру, вон ту, третью, четвертую это. А это временно положить? Временно, значит, настоящую большую, вон крепкую она, положить. Вон, Игнатий Тихонович, вон лежит. Вон она. Я ее убрал, чтобы не мараться. Так, ну уходим. Матушка была тут, она говорит, что учить будет Никиту. И здесь делает пасеку, а вот где у нас целостная яма была, она хочет насадить тут и смородину, и все. Потому что везде тучи, грачи поедают, а тут рядом собачка, они не тронут. Разумно. Да. Здесь большое это... А там-то у тебя есть уже, сады растут, а тут-то ничего нету. Так, прячьте инструмент. Так, мы в России живем. На один шаг нельзя отшагнуться. Вот украинцы мне пишут, а почему нас укропом зовут? Ну, укропом, Украина, три буквы сходятся, уже укроем. А если были в Португалии, то портки бы назвали вас или что-то. Держи портки, то есть штаны. У русских не получается, рус никак. Тогда по-английски, раша, параша. Ну, так укроп-то, если поел, так тебя как раз парашу и потянет. О, это кто дал? Я нашел. Держите. Ну, пожалуйста. Я вас угощаю просто. Все, я не буду. Они нас называют колорады. Ну, давайте. Игнатий Тихонович. Уходим. Ага, спасибо Христу. Слава Христу. Так, Володя, прячь главный инструмент свой. Все взяли. Куда угодно толкаем, лишь бы только человек не попал на глазах. Кто попался мимо, даже как будто нет. Гляжу, к лагерю подъезжает машина. Ну, машина подъезжает к лагерю, лагерь-то закрыт. Из машины выскочил, рукомойник сорвал, рукомойник. Старый рукомойник, ну там копейки. В машину по газам и удрал. Я ставил велосипед, пошел, прихожу, мой велосипед уже погрузили на телегу. Быстро. Страна воров. Почему безбожие плодили? Сталин кто? Главный пахан. Грабитель. Убийца. Так кому подражать-то? Так, Володя, вот твое, это, забирай у меня.